Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І сьогоднішня наша розмова піде про незаконну рубку лісу та його продаж. Власне, про ті лісові схеми, які не тільки в західних областях України процвітають, а, на жаль, і в нашій області. Я з великим задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, адвокат і правозахисник, представник громадської організації «Опора Україна» Андрій Гагун. Андрій, добрий вечір. Добрий вечір. Мушу сказати, що ця тема для нас не зовсім нова, і десь там 4-5 років тому, з чого вона починалася? Місцеві мешканці та активісти, які часто тоді їздили, скажімо, там в район Старосалтова і далі до Вовчанського району, вони просто помітили доволі велику кількість вантажівок, які йшли з лісом, і за їх підрахунками тоді, власне, той обсяг лісу, який мав рубатися тоді, там за певними нормами, він був набагато менший, ніж те, що вивозилося до Харкова, з чого починалася ця тема, і насправді там було дуже багато цікавого. Що насправді відбувається зараз? Чи змінилась та ситуація, чи досі тих вантажівок з лісом набагато більше, ніж має бути? Спасибо за вопрос. Хотілося б сказати, що на протяжі, приблизно з 15-го року, вважаємо, що ситуація намного ухудшилась в области. С чем это связано? Ну, я считаю, что в первую очередь вседозволенностью тех делков, тех лиц, которые организовали незаконные вырубки на территории Харьковской области. Мы получаем сигналы практически с каждого района области, начиная от Купянска, заканчивая Красноградом, Краснокутским районом, где просто люди говорят, что просто сумасшедшая идет вырубка на территориях лесхозов. Машины, фуры, не стесняясь, вывозят этот лес круглые сутки. То есть выехав на некоторые места с целью убедиться в незаконных вырубках, просто уже ужаснулись. Были, например, в Красноградском лесхозе Рябухина, есть такой район, это Нововодолажский район, село Рябухина. Но от увиденного просто... я еще такого не видел. Гектары уничтоженного леса, просто не стесняясь. И не просто там леса сосны, а уничтоженного именно дуба на территории Красноградского лесхоза. Такая же самая проблема и в Гутянском лесничестве, и в Купянском лесничестве, и в других лесничествах идут колоссальные вырубки именно дуба, векового дуба, который фактически под запретом вырубок, под видом санитарной вырубки. Под документы санитарной вырубок проводится вырубка здоровых деревьев, либо умышленно уничтожаются деревья на территориях лесхоза, после чего получаются документы, на что это якобы больное дерево и подлежит вырубкам. А як це можна перевірити? Ви кажете, що це робиться під виглядом санітарних рубок, так? Наскільки я розумію, для цього мають бути висновки, власне, попередні експертизи, тобто мають бути папери і так далі. Але потім, коли ліс вже зрубано, власне, що можна довести? Чи були там якісь проблеми, жуки, там, шкідники і так далі? Це все можна доказати тільки в рамках проведення ряду експертиз, который возможно провести в рамках расследования уголовных производств. Но мы столкнулись с какой проблемой. Правоохранители на местах просто не хотят реагировать на данные ситуации. Неоднократно выезжали и представители организации, и в районах созданы инициативные группы из местных жителей. Фактически приезжает полиция, изымают автомобиль, после чего этот автомобиль отпускается, какие-либо ни экспертизы не проводятся, ничего просто. То есть, трудно простому гражданину доказать, было это дерево здорово или нет. Все это должно как-то проводиться в рамках экспертного заключения. Я маю на увазі, власне, ті папери, що видаються як дозвіл на рубку. Їх можна якось перевірити, в принципі, чи там щось було, чи ні? Звісно, касательно последніх місяців, и работы нашей организации, и инициативных групп в каждом районе, было возбуждено уголовное производство в Государственном бюро расследования. 21.05 этого года по определению Октябрьского суда города Полтавы было проведено ряд обысков на территории лесхозов, на территории частных домовладений. И суть определения, которое нам, оно имеется в общем доступе, его может любой человек зайти в интернет и прочесть. То есть
из тех обстоятельств, которые указаны в определении суда, было установлено, что должностные лица Гутянского лесхоза, в частности Сыса Виктор, он занимает должность заместителя директора указанного лесхоза, организовал схему по незаконному приобретению вырубанного незаконно леса через свои фирмы. Данные фирмы, когда зайти в реестр, в общедоступный реестр, видно, что все эти фирмы оформлены на его ближайшее окружение, на жену, сестру. На протяжении только последних двух лет, за 2018-2019 год, через эти фирмы было приобретено незаконно вырубанного леса на общую сумму более 86 миллионов гривен. Также были выведены средства незаконно через фирмы, ну, частные фирмы, предприятия на общую сумму около 11 миллионов гривен. Комиссия, которая приезжала недавно, которая была инициировалась по инициативе местных жителей города Купянска, установила незаконные вырубки на территории Купянского лесхоза на общую сумму более 17 миллионов. Более 2500 дубов было вырезано, как комиссия установила, незаконно. Наскільки легко представникам громадськості, власне, якісь контрольні дії вести? Я маю на увазі, що якщо мова йде про лісгосп або комунальний, або державний, то зазвичай там є охорона, там, ну, власне, перекриті в'їзди і так далі. Я пам'ятаю, що коли наша група працювала в тому самому Вовчанському районі, це було доволі непросто. Дуже складно, як би, боротися з незаконними вирубками під видом охорони, лісхоза. Вооруженные люди охраняют вырубки незаконные, места незаконной вырубки. Вокруг этих вырубок оборудуются камерами, видеонаблюдением. То есть ситуация полностью контролируется, будем так говорить, черными лесниками. Mm-hmm. Трудно подобраться к этим местам. В некоторых местах получалось туда добраться, но мы получили, ну что, что после всех наших обращений, после всех наших, ну, указывания исследователей на проблему, которая существовала на месте вырубок, а не на законной вырубке. Спустя там определенное время представители организации подверглись просто преследованию уголовному со стороны правоохранительных органов. То есть идет давление на представителей организации, возбуждено ряд уголовных производств, ну, через которые просто пытаются, ну, надавить на представителей организации, чтобы они просто не занимались и не фиксировали факты незаконных вырубок леса. Тобто це фактично якесь певне свідчення того, що в координації працюють, так? Тобто ті, хто рубить ліс. Звісно, ми вважаємо, їх... з повною координацією працюють чорні лісники з правоохоронними органами. Це непосредственно, ну, то звено, яке має пресекати на місцях. Ну, що таке, от, наприклад, от, ми виїдемо в Краснокутський район, це как бы небольшой район, всі друг друга знають, і коли починає поток йти фур, машин, ну, це невооруженным глазом видно, і ну, любой правоохранитель, любой гражданин, сколько сейчас, если проанализировать, сколько было вызовов 102 в одном из районов, сугубо связано с незаконной вырубкой леса. Мы запросили сейчас такую информацию у Главного управления национальной полиции, сколько было вызовов 102, какая по ним проведена реакция, какие приняты меры. То есть люди обращались, люди жалуются, но мы не видим реакции. Реакция лишь такая, что где-то там точечно поймали какого-то человека, который рубил посадку какую-то возле поля, и все показывают, вот как нужно бороться с незаконной вырубкой леса, понимаете. А там, где касательно речь идет о миллионах, ну, на это просто никто не обращает внимания. Тобто є, де є схема налаштована, вже діюча, організована, там це не працює, просто звернення не працює. Не працюють звернення. Ну, дивіться, я спеціально перед нашою зустрічю так трохи погуглив і вбив Харківську область лісництва незаконна рубка, і, ну, доволі багато насправді матеріалів. На територію одного з, я мовою оригіналу, одного з лісничеств в Зміївському районі Харківської області знайшли автомобіль, автопогрузчик, десятки срублених деревьев. Це, якщо не ошибаюсь, 17-й год. 18-й год. Поселок Борщевая, двоє мужчин активно рубили деревья. Поліція задержала 30-летнього жителя поселка Липцы, 37-летнего Октябрьская. Незаконная вырубка леса в Волчанском районе, опять же. Лесхозы подозревают в 28 обысков на территории, это сентябрь 2018 года, 6 лісних хазяйств і перерабатуючих підприємств, ну і так далі, і так далі. Тобто якісь певні слідчі дії все ж таки є.
Ну, следственные действия есть. Вот мы вы сейчас указали про обыска, которые проводились ну, на большой территории лесничеств. Ну, мы пытались получить информацию, чем закончились эти обыска, есть ли приговоры судов, предъявлены ли обвинения виновным лицам, но, к сожалению, такой информации нет. И, ну, насколько нам известно, и обвинений нет. Це тому, що ще триває слідство та судовий процес? Да, да, то есть все ссылаются на то, що слідство продовжується, ну і вирубка незаконна теж продовжується, вона в області не остановлена. Тільки от зараз, може бути, це було зв'язано з зміною власті, то есть люди як-то ну, встали і не хочуть мовчати. То есть люди бьют во все инстанции, говорят о том, что ну, остановите. Колоссально Харьковская область не подвергалась такой вырубке. Я считаю, это на протяжении только последних, вот начиная с 2015 года, ну, началась такая вырубка леса на территории Харьковской области. Ну что может заработать громадскость? Чи пикетувати щось? Я считаю, что... Я считаю, что громадскость должна ну, не молчать. И громадскость должна обращать внимание и силовые органы. Мы сейчас планируем в каждом районном центре создать инициативную группу. И от инициативной группы этих как бы готовить соответствующее обращение. Хотим обратиться, понимаем, что правоохранители города Харькова не реагируют на данную ситуацию. Хотим обратиться в вышестоящее руководство, в Генеральную прокуратуру, в органы ДБР, в управление ДБР, дабы максимально взять эту ситуацию на контроль и остановить всю вырубку незаконную на территории Харьковской области. Как это можно делать чисто с юридической точки зрения? Окей, есть машина, відносно якої, скажем, есть підозра, что она везе ліс за якимись фіктивними, скажімо, там, накладними, або, скажімо, за тими самими фіктивними актами щодо санітарної рубки лісу. Активісти не можуть зупинити. Вони не мають на це права, так? Якщо зупиняє поліція, є папери, ну і немає, можливо, там немає в певних випадках да. підстави і так далі. Окей, все, машина їде далі. Представники організації добивались как бы, ну, і остановки автомобілів, і визову поліції. Ізимались, ну, будемо так говорити, ізимались автомобілі, які знаходились, автомобілі, в яких був загружений ліс. Эти автомобили, последние там, буквально 3 недели назад, автомобиль лесовоз простоял под райделом Холодногорским около там, 2 недель. Ну, в результате он был отпущен, как по инсандерской информации самих правоохранителей. То есть была дана команда, что отпустить этот автомобиль и не держать его в райделе. То есть есть, я считаю, есть механизмы, есть рычаги на сегодняшний день, когда... поднимается общественность, есть какой-то резонанс, ну, полиции на местах приходится реагировать. Вот в частности, я же говорю, было несколько примеров, где активисты, представители организации непосредственно останавливали автомобиль ну, и вызывали полицию. Так, кто блокировали? Да, блокировали фактически этот автомобиль. И также вот буквально вчера на территории Коломенского района представители правого сектора заблокировали так же самое такой автомобиль. По виду представителей правого сектора с машин начался сбрасываться лес ну, для того, чтобы скрыться. То есть рычаги есть, все зависит ну, от позиции активной гражданской. То есть, ну, как правило, на местах люди запугаются. К нам обращались ну, много работники, бывшие лесхоза, которые говорят о том, что все ну, происходит через запугивание. У них там вплоть до того, что там отбираются какие-то там заявление о том, что он не будет никому ничего рассказывать, что он принимал участие в этих всех схемах по вырубке леса. Ну, тем самым где-то люди боятся и, ну, свидетельствовать, что они были участниками некоторых схем по вырубке леса. Наскільки ці схеми, наскільки цей бізнес взагалі рентабельний? Чому Україна посідає там ледь не найперше місце серед експортерів до Європейського Союзу нашого лісу, так? І чому це ну, набуває насправді якусь абсолютно формату масштабної катастрофи? Ну, я вважаю, що ну, Україна дуже багате государство. Ми відрізнялись і сільхозугоддями, і лісними угоддями. Как бы столкнулся с этой проблемой буквально недавно, но, честно говоря, вот в многих лесхозах побывал, насыщенное количество деревьев, дуба, очень разной древесины, то есть богатые очень лесхозы, поэтому ну, наше дерево, я думаю, очень ценится и в странах Европы, поэтому
и большой дефицит, мне кажется, с древесиной на сегодняшний день в мире, поэтому, поэтому лесники черные как бы установили те источники максимального дохода и рентабельности. Ну что значит, ну, растет огромный дуб вековой, который срезать. Цена такого, ну, дуба, разделанного на материал, достигает там, до 20 тысяч евро, понимаете? То есть что такое взять, украсть дерево? За него не нужно ни налоги платить, ну ничего. Даже это лесничество мне разрешено делать. Каждое лесничество, они хозрасчетные организации, то есть они могут для государства зарабатывать деньги путем реализации сырья, леса, но даже лесничеством запрещено это делать и получать средства за такую древесину. Этим только пользуются и черные рубщики, которые фактически воруют у государства эти деревья. А як це легалізується? Як ця деревина врешті потрапляє за кордон? Все очень просто. То есть готовятся фиктивные документы на предприятия, под которыми якобы предприятие приобрело эту древесину. И фактически предприятие с момента получения этих документов является приобретателем этой древесины. Уже она в дальнейшем может реализовывать его по своему усмотрению, то есть любым другим коммерческим структурам. І зазвичай вони купляють за цінами, не тими, які ви казали, так? Кроме того, ціни, заниження ціни, заниження фактично сортності. Тобто, якщо йде, там, наприклад, ну, сорт третій, то занижають там, на перший. Тобто, ну, фактично, щоб всячески уменьшити стоїмость лісу, сорти вказують другий, вказують, що це больні дерев'я, вказують, що це дерев'я, які йдуть там, на дрова, для отопительных там всех моментов. Поэтому, ну, схем на самом деле очень много. Они все могут контролироваться государством, чиновниками, ну, на местах. Это все отслеживается в органах государственной налоговой службы, у правоохранителя. Это не проблема все это отследить и установить. Экологи также самое на это есть, которые тоже не реагируют на данную проблематику. Екологи не реагують? Або мається на увазі екологічні структури державні? Ні, інспекція, екологія, вони на ці моменти не реагують. Це їхня пряма обов'язаність, так само насчитувати і ущерби. У них є методика по розрахунку ущерба. З ними согласовуються рубки на території. Ну, то есть, есть, да, действительно, есть промышленные рубки, есть рубки для, ну, лесхозы как бы ведут деятельность по вырубкам. Ну, ті вирубки. Ну, певно, що і санітарні мають бути. Да, є і санітарна вирубка, тобто на кожен рік дається план, по якому лісхози мають право проводити вирубки лісу. Ну, извините, під ці плани вивозяться, ну, в десятки раз більше здорового дерева, хорошої древесини, не та, яка, як би, вказана в документах. Там, здається, ще за нормативами є якийсь люфт, тобто понад встановлену норму, може там 10 або скільки відсотків, якщо мова йде про санітарну рубку, це так? Так, так, да. І цим, звісно ж, теж користується. Де можна знайти в цій системі, в цих схемах, власне, слабку ланку, на яку можна тиснути? Це лісгоспи, це ті підприємства, які скуповують деревину. Це всі фірми, які мали взаємовідносини, не всі, ну, їх трудно убрати, це фірми, які мали всі взаємовідносини з лісхозами. Тобто у них були заключені договірні відносини, тобто якщо нормальний спеціаліст сяде, прослідить вот эту всю цепочку, ну, явним глазом можна бачити, що тут є фікції, тут є підлоги, тут є вивод денежних средств. Я кажу, стоїть тут відкрити только определение суда 21.05.2019 года, где, ну, следователи и суд установил те факты, которые перечислены в определении суда, в четко механизм, как выводились, на какие коммерческие структуры выводились эти деньги, ну, и так далее. Это была типовая схема? Это была типовая схема работы черных лесорубов и вывода средств через фирмы, через фиктивные фирмы и через реальный сектор экономики. Ви як громадська організація, ви як людина з юридичною освітою, з досвідом, ви можете
звертатися з цими матеріалами, спираючись власне на перше рішення і вирок суду, для того, щоб в принципі це і зробили, обратились і в Генеральну прокуратуру, і в адміністрацію президента, щоб вони обратили на це увагу і максимально взяли на контроль уже то дело, которое расследуется непосредственно органами Государственного бюро расследований, которые уже непосредственно установили ряд фактов, которые свидетельствуют о преступной деятельности ряда должностных лиц лесхозов Харьковской области. Якщо б такий сумний чорний антирейтинг районів Харківської області, в яких ці проблеми, скажімо, найбільш масштабні, як би ви, яким ви його бачите? Рейтинг районов, так, районе або лесгоспы? Ну, я считаю, там первые места это разделяет Гутянское лесничество, Красноградское лесничество, Золочев, Богодухов. Это вот те призовые места, ну, где ну, просто творится ужас. Я знаю, що багато що залежить не тільки від політичної власне волі вищого керівництва, яке, можливо, в принципі, і не може навіть за повноваженнями звертатися, все ж таки більшою мірою це справа на місцях. Ви якось контактуєте з місцевими адміністраціями, з обласною адміністрацією? Ми контактуємо з місцевою адміністрацією, указували, обращались к обласної адміністрації, обращались, где по письму областной администрации было направлено письмо в прокуратуру области, которая в свою очередь и внесла уголовное производство, которое в дальнейшем передала в Государственное бюро расследований. Также я хотел бы обратиться к председателю областной администрации Юлии Александровне, чтобы она максимально взяла на контроль незаконную вырубку на территории Харьковской области и дала указание правоохранителям разобраться в ситуации, которая сложилась на территории Харьковской области. Андрій, я вам дуже дякую за те, що ви робите, і за те, що знайшли час для того, щоб прийти сьогодні до нас. Спасибо, наскільки я розумію, проблема велика для всієї області, не тільки для призових районів, які ви назвали, умовно призових, а й, в принципі, для всіх, де працюють лісгоспи, адже схеми більш-менш стандартні, і масштаби, як ви кажете, ну, в принципі, вражаючі, так, на жаль, знов-таки, в сумному сенсі. Отже, дуже дякую вам, спасибо. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасливо вам і до побачення.